Да вы не уедете, там шестером, пятером максимум, ладно, похер. Че, у нас лифт есть? А подожди, у нас лифт не есть. Че такое? Че кефир забыл? Сумму. А, бля, да. А и ты тоже, что ли? Не-не, а где твой джойстик? Мне домой. Ага, понятно. Идем в клуб. Посмотрим, что за клубец. Я там ни разу не был. Ну че, ебать? Входим в клуб. Смотрим, что за клубец. Ебать, сколько народу. О, Никитка его. А что, здесь фейс-контроль, что ли? Или что это такое? Всем привет! В эфире Party Time. Как всегда, мы на страже вашего отдыха и развлечений. Нифига тут тесно. Что такое, это стримерское, что ли? Стоял, блядь. А, вон, Юра. Привет. Здорово. Так, ребят, пока все на регистрацию на вход. На вход? Ну, там народ до хера. А Фен где? Стари. Стари. Ну-ка, а что там дальше? Где Уфёнок? Я не видел. Это вот здесь будем сидеть, типа, да? Нормально. А, сектор. Да тут до хера всяких там было. Вон, ебашь контру. Хуя себе. Пацаны, тащите. Они один на один, походу, да? Че тут еще? А где у Фёнок-то? Ой, ты, ебать, танки. Группа 4-9 еще. О, VIP-зон! О, я здесь буду сидеть, ребята, смотрите. Здесь надо заменить на букву А. Акулы будет забить. Ну, тут темновато, классно, уютно. О, как раз я выбрал себе место. Тут посередине сяду. И буду ебашить. Так, здесь какие-то охранники стоят. О, ну все, конец походу. О, ебать, Татарстан, Казань. Че тут? У CSGO? Здорово. Здорово. Че, снимаешь книгу? Да. Вы че, играете, что ли? Ну. Ты че, Сеня играл? Нет, че, я вот пришел, буду играть. Сеня, что ли? А? Сеня играл? Сеня. А, Сеня, да, играл. Ахай. Да, Сеня играл. А ты его в подписчиках или как? Ну да. У тебя сколько ножей? Ножей один нож. А скилл? Скилл? Да, как тут свой скилл? Ну, у меня большая звезда. А мы звездочки. Звездочки нормально, что? Не силверы же. Самое главное это. Ладно, что, тащи. Удачи, давай. Чтоб у тебя миллион подписчиков. Спасибо. Слышь, я там подписчика своего встретил. Да, ребят, смотри, я вот здесь сидеть. Че? А ты че? Че ты делаешь? Играть приехал. Ты играть приехал? У тебя кота есть? А что ты не сказал нам, вместе бы доехали? Так я доехал отдельно. А, ты, блин, с Кириллом? Да. Нет, не с Кириллом. Макс. А, ты один вообще? Смотри, ребят, я вот здесь буду сидеть. В вип-зоне? Да. Здесь. Чувак, тут вип, то же самое везде одно. Ну, здесь кожаные кресла. Удобно. А че эти, где Кириллы, они не приехали еще? 15-16 группы. Вон мой подписчик сидит. Вот, где? Вот. Он мне пожелал миллион подписчиков. Не, ну чё, прикольно. А здесь у нас чё? А, сюда уж нельзя, походу, администрация. Не, ну клуб такой. Какой-то замудрённый, да, клуб? Ну блин, что-то как-то много всего. Все не пахаем, блядь. Да. Три комнаты. И все. Подписчик твою напрягай, ебать. Иди хоть раз эту роспись возьми, говорю, у него там. Он говорит, мне нужно. А где Уфёнок-то? Это что такое? Можно я сюда зайду? Это что такое? Ух ты. Не, я вот здесь буду сидеть.
Ба, здесь прикольно. Это типа отдельная комната, понял? Для звезд. Я так понял, мы будем это играть на одной консоли, да? Мне так даже заеби мне. Консоли? Я не знаю. Что народу много, да, места мало. Ну это вообще жесть, кстати. Да. Ребят, вообще, да, вообще пиздец. Я подумал, это, ну, пиздец. Бля, ну... А что у него как-то? Да, пиздата. Пиздата? Ну, да. Что, нормально? Да? Тема есть? Маза есть, как ты. Потому что, бля, все видно просто. Это. Да. Класс стоит. Ну, он изи будет. Так, на изичек раскатаем. Я думаю. Здесь еще куча изи каточек будет. Прямо вот смотришь на них и изи каточки. Вот они, самарские, самые крутые чуваки, самые сильные. Мы приехали сюда побеждать. Макс. Рукой помогай. Лайк, где? Подписывайтесь. Уфенок, ты что, куришь, что ли? Курит? Лайк. О, перчатки Парижа, смотри, ё-моё. Глор, да. Пошик к нему дойдём. Ой, блядь. Подожди. А, здорово. Чё, как? Нормально после вчерашнего? Нормально. Блядь, пацанов? Да. А снимает Роберт. Че, как дела у вас? Упа, настроены? Охуенно все. Просто. Устроим изи. Ну, если акул здесь рядом, то точно не будет все. На какое место рассчитываешь? Ну, например, топ-3, топ-10. Серьезно. Топ-3, конечно. Топ-3? Как минимум. А ты че? Топ-1. Топ-1 и все? Ну да. Ну как я, в принципе, тоже. Топ-1. Топ-1, да. Ты тоже? Он тренер. Тренер. У нас тоже свой менеджер есть. Синий вон, куртки тоже. Уфа, ну это понятно, топ-16 там. Так. Ты чё? Лучший, просто. Ну, вот без комментариев. Я не буду раскрывать карты. Все, понятно. На изи раскатаем там.